Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вероника Петровна, я врач-стоматолог общей практики, ординатор. Пришла на курс просвещаться, развиваться. Скажите, пожалуйста, из какого вы города? Из Питера. Здорово. Вы из одного города. Расскажите, пожалуйста, впервые ли вы на мероприятии стоматологического магазина «Ромашка»? Да. Какие у вас впечатления? Очень хорошие, дают очень правильную... То есть, во-первых, тема очень такая насущная и дает правильно, то есть все идет качество подачи материала, качество подачи, да, практика, даются перерывы, мы непосредственно встречаемся с новыми какими-то людьми, обговариваем насущные наши проблемы и кооперируемся, и, может быть, ну, так или иначе, это все приведет к чему-то лучшему. Это очень важно. Спасибо вам за обратную связь. Подскажите еще, пожалуйста, получили ли вы регистрационный пакет? Понравилось ли наполнение? Да, все прекрасно. Спасибо большое. А может быть, у вас есть пожелания? Пожалуйста, мы с радостью услышим их. Пожелания хотелось бы почаще и побольше, наверное, как-то это производить, потому что очень мало именно начинающему специалисту. Здесь уже непосредственно выходят такие закоренелые специалисты, уже там по 40 лет. Молодежи здесь особо нет. Так что я хочу, чтобы они тоже просвещались и знали об этих курсах. Тем самым вы задаете настрой, правда, да? молодому поколению также да? присутствовать Все. На данных мероприятиях. Да, спасибо большое. Все, спасибо большое. Спасибо.